святому источнику, который был построен еще до войны. С правой стороны идут люди, которые стоят дуб, которому 400 лет. Сюда это считается дуб мужской, где идет исцеление. Я сейчас покажу, какой он высоты. Это мужской дуб. К нему прислоняются, просят здоровья. Все, от мала до велика, не только мужчины. Но в основном считается это мужской дуб, который приносит здоровье только мужчинам. Это моя бабушка, вешает ленточку. Да, за всех, чтобы были все здоровенькие. Возле дуба, которому 400 лет. А я здесь да. Тоже свою ленточку поставлю. Не надо близко. Вот. Нужно прислониться, показывай. Вот так вот, ой, который дает силу, вот, чтобы были здоровы. Ну и женщинам можно становиться и просить за своих мужчин здравия. Вот. За себя никогда не просят, только за тех, кому нужно здравие. Склоняешься мысленно, трогаешь и говоришь. Давай. Внучек мой стоит возле дуба, высокий, здоровый. Вот он. Лес красивый, конечно, комары. А тебе закус. Решили остановиться на красивом лугу, где цветет люпин. Вот место, чтобы покушал наш внук. Но, наверное, нам-то хорошо в машине сидеть. Внук что-то ходит кругами. И какие-то осы, шершни. Короче, нам надо бежать. Снимем фото быстренько и в машину. Ничего я не делаю вообще. Звук включаю. Ну, вот это бы, если бы стал бы, искусали бы только так. В одни эти лесли, как их называют. Ужас. Вот они, рой целый. Косить тупо, что хочу домой. Мы